Привет! Что сегодня нам покажешь? Горку? Горку, которую мы на прокат взяли в библиотеке игрушек. Я! Ой, что это у тебя за оружие? Меч! Такое? Меч такой? Да, больно. Больно? Да, да, ва-ва. Нельзя, да, больно делать. Давай, да. Положи его. Глазам больно. Угу. Давай горку показывай. Let's go! О, нет. Ну-ка, что там за горка такая? Джип такая, красная машинка шла вместе с этой горкой? Да. Ага, вон они какие. Вот. На самом деле это не оригинальная машинка от этой горки, потому что она плохо ездит по этой горке. Лучше всего ездит одна из наших машинок, красная. Вот покажи нам, какая лучше всех ездит по этой горке. Бип-бип. Да, вот эта вот, которая наша машинка, она вот хорошо ездит. Давай сюда. Вот это хорошо ездит. Покажешь, как она ездит? Да. Давай. На горке, как она ездит. Во как! Здорово проехалась. Била. Лови, чтобы не убежала далеко. А на лифте как она поднимается? Машинки же не было. Ты кого поднял? Просто лифт? Машинку как поднять на лифте? Покажешь? Ой, сел! Ну, давай. Давай? Давай, давай. На лифте как она поднимется? Или она опустится на лифте у тебя? Зеленая приехала на лифте. Сейчас будет выезжать оттуда, из гаража. Она оттуда вылетела, оказывается. Я думала, она оттуда выезжать будет медленно, а она оттуда как выскочит, как вылетит. А там что такое? Мойка? Мойка машины, да? Бип-бип. Ну-ка. Кто там едет? Синяя машинка помылась и выехала, да? Вот она, синяя такая Бип. Машинка. Ага, ну кто еще там у тебя? Что еще за машинки? Жалко только, что этот светофор, который красный, оранжевый и зеленый, что его нельзя включить какой-то определенный цвет. Было бы лучше. Бип-бип. Да. Скажи, было бы интересно цвета учить и учить, когда нужно останавливаться, на какой цвет, на какой свет. Вот какая красно-оранжевая машиночка. Авария. Да. Чё у тебя там кверх ногами машинка одна? Кверх ногами машинка. Перевернул, все, молодец. Что еще есть у этой горки волшебной? Вот что самое интересное, что когда они спускаются с горки, светофор вот этот тоже загорается, вот так мигает.
Вот, интересно еще, что за звуки там такие. А вторая красная кнопка что делает? Покажешь? Ага. Ну, малышам вообще это супер. Дети в восторге. Да. Да, даже вон в любом возрасте до сих пор интересно играть нам. Смотри, вертолет летит. Да. Приземляется на вертолетную посадочную площадку. Да. Во как. Это. Спасибо, что заглянули на наш канал. Мы всегда рады вашим лайкам и комментариям. Ну а если вам очень понравился наш канал, не забудьте подписаться, чтобы не потерять нас в море информации. Всем спасибо. Пока-пока.